История о героях-защитниках Отечества и рейс по памятным местам. По Бендерам в выходные дни курсировал экскурсионный троллейбус. В числе первых пассажиров наша съемочная группа. От стелы «Город воинской славы» до памятного знака женщинам, участницам рельсовой войны 1991 года. У этого троллейбуса необычный маршрут – 11 километров, в пути – 1,5 часа. По пути рассказы об истории города и его защитниках. В память о заслугах защитников города в годы Великой Отечественной и Отечественной войны 1992 года в Бендерах в 2012 году был открыт памятник воинской славы. Сейчас справа от нас вы видите этот памятник. Твардовский, Симонов, Исаковский и другие авторы. Их строки читают правнуки Победы. Пой, гармоника, вьюги на злом, заплутавшее счастье за ней. Хорошо, что мы проводим такие экскурсии, чтобы это... описать свой город можно было бы, понять его историю, рассказать об этом людям. И это как бы приятно каждому, и тем, кто рассказывает, и тем, кто слушает. Историю надо знать, понимать и учиться на ней. Кто-то узнал об экскурсии из социальных сетей, а кто-то присоединился по пути. В один голос пассажиры говорят, что важно такие поездки организовывать почаще, особенно для молодежи. Я очень рада тому, что у нас в городе проводятся такие экскурсии. Для меня было приятной неожиданностью сесть в троллейбус, услышать прекрасные стихи о нашем городе, об освобождении когда-то нашего города, о том, что у нас есть такие прекрасные памятные места. И мы сохраняем и хотим передать это своему будущему поколению, как наследие о тех событиях и память обо всем, что было, об освобождении нашего города. Я очень хотела попасть на эту экскурсию, потому что я думаю, что это очень интересно. Нужно знать памятные достопримечательности города. Мне хотелось побольше о них узнать. Конечно, это интересно. Вот девочек взяли, им интересно послушать экскурсию, проехаться на троллейбусе. Город у нас самый лучший. Это очень хорошо, да. Особенно для нашей молодежи, потому что сейчас молодежь не увлекается ни книгами, ничем. И очень правильно и очень познавательно для нас, для всех. Ну, желательно почаще таких дней, только в праздниках, в такие дни тоже. Потому что у нас очень республика такая, мы любимая нами всеми. Таких благотворительных экскурсий провели 5. Организаторами выступил местный историко-краеведческий музей при содействии госадминистрации Бендер и городского троллейбусного управления.